Клещам в Петербурге станет неуютно. В городе завершается первый этап обработки зеленых зон. Реактивы наносят после тщательной уборки территории только в сухую погоду. Особое внимание уделяют местам отдыха горожан, скверам и паркам. Обрабатывают территорию экологически чистыми веществами, которые растворяются в течение месяца. Поэтому, например, в летних лагерях дезинфекция начнется за неделю до приезда детей. За 5-7 дней до заезда детей обработки эти будут сделаны. Но, конечно, особенно такие обработки эффективны, если они сделаны вот как можно раньше, в начале мая, и затем повторно за 5-7 дней. Этой весной по плану средствами от клещей должно быть обработано 600 гектаров городской территории. По словам специалистов, работа выполнена уже на 80%. Через некоторое время после первой обработки ответственные за содержание территории проверяют место на наличие клещей. И если требуется, проводят процедуру повторно. На сегодняшний момент к врачам с жалобами на укусы обратились почти 2000 горожан.